Привет всем. Тестовый стрим небольшой, короче. Коротенький стрим будет. Пару фишек запилил, как видите, и чат еще на экран вывел. Если что-то напишите, к примеру, вот. Давайте так напишу. Вот так вот. И вот будет, короче, сбоку чатик высвечиваться. Надо будет потестить немножко так. Ну, как видите, сделал, короче, такую штуку для того, чтобы, если вдруг какие-то вот такие скучные моменты будет в плане игр, которые там немного бегаешь, фармишь, мало что творится, короче, происходит, то будем в таком ключе проходить. Ну, как видите, честно, этот сезон я начал. Это мой первый персонаж в этом сезоне. Я не особо любитель. Как не любитель? Я не профи в эту игру. У меня особо нету навыков. Много чего не знаю. И, как говорится, дойду до того. Ну, играю до того момента, пока меня просто жопу не надирают. Но я знаю, что много людей на стримах и так сами по себе, короче, уже давно играют в эту игру и нормально разбираются в это. Ну а я что? Мне это тяжело идет. Я периодически захожу в эту игру и фармлю, когда делать деньги. Ну, типа, делать нехер. По сути, как вам объяснить? Ну, люблю диаблоиды и все. Помню, когда тройка еще вышла, у меня не было возможности купить. И я пробовал играть в это. Когда еще только вышло. Это было, конечно, просто отвал башки. Мне нравилось, но до определенного момента меня просто потом просто бошку, короче, мне там так разносили сраку, что я потом просто бросал из-за того, что не шарил в билдостроении. Потом как-то взял себе билд какой-то с интернета, попытался сделать. Ну, пока делал его, сезон закончился, а потом начался другой. И вот так вот потихонечку у нас там этот получалось. Но ситуация еще одна такая, что надоедает, бросаю на сказать, на долгий период, потом возвращаюсь. Короче, длинные у меня были, короче, перерывы в эту игру. И, по сути, потом столько много всего поменялось, и я потом не понимал, что происходит. Я еще заходил, блин, я еще начинал играть в игру эту, когда, блин, там только, сколько там, 4 акта было, 4 акта, если не ошибаюсь, и потом по новой начинаешь, их же проходить, но на другой сложности. Ну, как-то так. А это такой фановский билд, я не знаю, давненько видел такое, короче, яд, через яд, короче, мечепад. Ну, знаю, что там долго не протяну без определенных этих шмоток. Надо сюда, в этот билд, нормально так хаос так влить. Но посмотрим. Стрим будет короткий. Если у вас что-то там воспроизводится, то это хорошо. Немножко попотел, конечно, с этим, чтобы красиво это выглядело. Нафиг. Армаз. Ну, во время раз в прошлой лиге делал себе что-то подобное, но делал так вслепую. И сейчас, короче, скачал себе этот прогу на ноут, чтобы билды себе, короче, строить. И попробовал по нему построить себе билд. Еще не знаю, что получится из этого. Вроде бы в тесте то не хватает шмоток для полного комплекта. Что у меня тут? И что у меня на этом, в этом
в окне. Что у меня тут получилось? Так, ну, в принципе, похоже то, что я хотел. Ну, тут. Сюда. Очко вставим. А, ну и мне нравится, короче, из лих, мне нравится эта кража. Она прикольная, кстати, мне. Ну, короче, прикалывает в плане того, что можно нормально себе нафармить шмоток таких разных. И нравится мне еще этот. Какие там. А, и с этими, блин. Индикат. Индикат нравится. Тоже сразу буду синдикат, короче, фармить, чтобы себе для крафтового стола рецепты пооткрывать. Что ты от меня, слышишь? У, я вот это, наверное. А, ну ты, кстати. А, на тебе. Не мешайте. Это я помню, конечно. У меня тут получается. Так, ну сюда пойдем. Это я уже использовать не могу. Давайте попробуем. Наверное, сейчас минуснусь. Вау. Вау. Больно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну вот ехал. Не, еще слабенький какой-то билд. Я же говорю, что он начало. У меня никаких шмоток нету, нифига. А чё, блин, что обратно бегу? О, блин. Шмоток никаких нету нормальных. Через жезл буду клепать. В прошлой лиге у меня был жезл, который от. Короче, трупы взрывал. От урона хаосом, короче, когда убиваешь противника хаосом, там взрываются эти трупы. И тогда и на процент урона, и там хороший урон получался. Бляха, иди в драку, шо ж вы такие потные? Блин, не шмоток вообще. Не знаю, если что, я могу там погромче сделать, потише, мне надо как раз вот тест такой. Вдруг подскажете мне. Бля, ай, бля. Я хотел, блин, соскочить, блин. Меня как застанило или что? Что? Сраку, не мешайте. Давайте накопим сначала этот. Остался и вот этот еще. На. Этого надо яйцо это завалить. Натя, что ж ты такое противное? Да, маны катастрофически не хватает на этот билд. Фу. У меня вообще еще нету капа, короче, по этим. По резистам. Так что тоже проблема. Где ты, паскуда? Отстань ты от меня, что ж ты? На. Еще этот сраку иди. Так, на тебе. Я вообще в эту игру, можно сказать, ну бас. Я что-то знаю, какие-то азы там начальные, там, чтоб акты пройти. Еще немного на атласе, короче, бегал. Ну и все, короче, это все, весь мой опыт. Да, если кто-то будет, ну, не знаю, ну, подскажет какие-то там моменты, то я буду только рад. Но только не настойчиво, то есть, если там... Все? Да, получилось. На тебя за... Еще тут. На.
Не беси меня. А ёханый бабай, у меня даже не успевает хилиться. Вот так вот нет урон. Не, ну смотри, у меня вообще 32 лайтинга. Прикольно. А если это 56. Ну да. Ну такие вот, блин. Пули мне. Надо, короче, себе нормально на яд, короче, клепануть этот зачарование, плюс еще всякие резисты, плюс ХП, плюс, короче, много всего надо. Я тут не вывезу. Обычных мобов спокойно. На. Ёбы, на. Вообще, маны тоже не хватает. Надо, короче, себе на ману, короче, клепануть. Отжор маны. Если я, короче, немного этот... О! Если я немного этот... плюс-минус выставил себе этот... билд, но до него еще дожить надо. Конечно, еще шмотки не продумал, какие бы мне пригодились. А на тебе. Дай побольше живучести, чтобы так удерживал. На тебе. А, ну есть, вру, соврал. Легендарка одна есть, более-менее, которая ко мне подходит. Это вот она дает мне боевой раш и, короче, как это называется? Мэнтис. Так, боевой раш и анхоли майт. Так. Ну такая вот штука есть. А. А на тебе, паскуда. Виси. На изи билды тоже у меня были на этом, на гладиатора. Через циклон и прокол тоже как-то делал. Блин, надо бы поставить, чтобы у меня вот это типа сообщения исчезали, чтобы они там постоянно не висели. Надо будет поставить. Так. На тебе. У нас скилл наносит 1900. Ну, яд 1100 от яда. Неплохо. Для этого левела. На тебе. 38. На. Вот так вот. Изи. Вот изи, когда вот накопишь себе вот этот... яд в себе, потом короче, на боссах, короче, освобождаешь, что это просто они минусуются. Я в свое время так на тяп-ляп сделал этот билд на прошлой лиге и минуснулся тупо из-за пару скиллов, из-за того, что не туда пошел. Я может, ну, изначально будет у меня, короче, билд хп и типа щит энергетически, но может я потом еще как-то переделаю его под один, чтобы был только один энергощит, чтобы было типа full resist на этот house resist, короче. По крайней мере, я так думаю. Стоит ли это делать, я не знаю. Слишком рано. А на тебе, что ты? Давай. Кушай. Да. Надо, короче, немножко маневренность тоже. А на тебе. Угу. Ну, такой себе. А, я... Мне еще ни разу, я в игру эту, ну, не любитель донатить в игры, короче. То, что дает подписка, то и, короче, использую. У меня тут есть парочку косметики, но, как видите, то, что стандартная косметика. Ладно, вот это использую. Пусть всякие там животные бегают. Ну и все, типа,
И что хотел? Ага. Сюда надо. Так, вот да. Реже я начал стримить, но это связано с, как говорится, с усталостью и, как говорится, и небольшим нежеланием. Что, ну, как видите, что я в основном во все разное играю. Некоторым это не нравится, некоторым, как говорится, это бесит, что сначала надо одно поиграть, потом пройти, потом другое. Но не ко мне под настроение. Сегодня хочется одно поиграть, завтра хочется другое. Бывает, ну, то, есть такие сюжетные игры, которые реально меня вот так вот увлекают. Это много этих. Я знаю, ну, Days Gone прошел вот так вот на одном дыхании, вот так вот мне так залетело мне этот мир, этот весь там сюжет. Ну, сюжет такой прикольный, но именно вот этот, как орды бегают, то это вообще песня такая была. Когда ты, ну, берешь себе нормальный автомат, бомбочки, там, и этот. Коктейли Молотова, и на тебя орда, там 150, бежит, и ты там в памперсах от них текаешь, блин, поначалу ни хера не убегаешь, потому что этот у тебя выносливости не хватает, но потом, как говорится, тебе помогало. Чё? А, не прокачалось? Ну, ладно, хрен с ним, короче, раку. На таком уровне мы быстро поменяем себе просто щит. Да. Мне это, как у меня это, короче, напоминает ритуал. Очень похожий, типа, ритуал. Ну, только там ты шмотки получал за вот эти, короче, замесы, а тут и валюту. А тут, получается, качаешь пушки атакующие. Ну. А на тебе, что ты? Да, надо парочку этих, короче, на отжор, короче, вампирик что-то поставить. На. Капец, у меня оно 106 маны, и за непрокаст у меня половина этого уходит. То прокаста и маны нету. Она. Зато, ну, зато вот классная штука с этим. Блин, надо будет еще попробовать этот. Честно, я даже не знаю, как усилить себе вот этого инкубацию. Мне надо Energy Shield. Возможно. Возьму. Если я такую штуку поставил, что дает уклонение за счет энергощита в шлеме, короче. 1 к 5, если я не ошибаюсь. Это будет такой неплохой бонус. То есть у тебя энергощит есть, и у тебя еще есть этот уклонение. Может, что-то я не так делаю, посмотрим. Но сейчас еще, как говорится, это все простительно, так как ничего критического тут я себе не запарю, короче. Тем более еще попробуйте на PS-ке поиграть. Это, вот, например, к примеру, удобно играть, например, через циклон. То есть ты там куда наводишь, туда едешь. Уже проблематичнее будет играть вот такими точечными скиллами. То есть тебе надо куда-то. Вот через, например, минера. Я бы хотел минером поиграть, но минером вообще, типа, такая жопа тут получится. Потому что ты должен выбирать, куда ты хочешь кинуть, а он прям под чувака кидает. А я, например, не хочу под противника, чтобы, например, под себя кинул. С этим проблема, я помню. Неудобно, короче. Под некоторые билды на PS5. Но. Видите, ну. На.
Я еще пока себе взял на этот, на резисты себе ауру. Но на первое время пока себе кап типа не соберу. Так будет немножко проще. А там посмотрим. Думаю, можно на урон хаоса взять. Или, ну да, урон хаоса. Он будет там прирост неплохой давать. Надо будет еще поставить себе, короче, камень, чтобы весь урон преобразовал в хаос. Ну там. И тогда будет вообще поясня. Надо будет себе потом сделать еще, чтобы он пробивал сопротивление хаосу. Да, и потом, короче, надо будет еще запилить все-таки иммунитет к хаосу, чтобы, если что, рефлект какой-то не поймать. Было спокойно потом фармить все карты. Да на тебе. Я люблю так вот, не знаю, пофармить, по музыку послушать. Так, да. Да, единственное, что я заметил, вот, ну, сколько раз уже бегал по этим коридорам, то всегда в определенной стороне находится, короче, проход на следующую локацию. Вот, ну, всегда в одной стороне. По крайней мере, мне так попадалось. Да. Сбрили. Ну, такое, блин. Блин. Надо будет, короче, потом попробовать через кастеты там какой-то. У в кастете Джор хороший сидит. Ух ты, больно. Блин, слабовато что ли? Блин, я помню, в той лиге я себе заклепал этот жезл, и там, короче, было 70% короче, доп урона к магии. Damage. Вот тот там был, конечно, просто вынос мозга. Нормальная тема. Момент, короче, один момент накапливаешь себе этот, а потом вот. Изи. Я помню, короче, когда в прошлой лиге, ну, плюс-минус, ну, через этот мечепад, то накапливал себе этот вот эти урона, потом как босс входит и ходишь в босс, и он просто так тает на глазах, как мороженка на солнце. На. Corp of Solution. Надо еще что придумать. Не, я там вступительный нашел, но, блин, у меня там, например, в дереве у меня очень мало резиста дается. О, у меня кошка с ума сошла. Пришли. Я помню вот этого какого Малахая типа убиваешь. Вот ты был, как только я начинал играть, решил, когда Малахая убиваешь, и тебя кидало в этот, в обратную сторону, типа, ну, обратно на этот пляж, и обратно ты начинаешь, и все то же самое. Ух, тут хотя бы прикольно, что придумали 10 глав, но, блин. Если бы сделали, как у Дяблочи, классно сделали, что и потом не обязательно тебе проходить сюжетку снова, типа, ну, немножко задал будет, конечно, но одно и то же проходить тоже, ну. Что ты? А, это еще тварь электрическая. На. Короче, шобот хаоса.
Больно ей было. Отхил, короче. Блин, надо срочно отхил. На. Ну так вот. Блин, я помню, когда в некоторых билдах то страдал конкретно. Страдал конкретно, блин, в некоторых, ну, под некоторыми билдами. Вот, если билд через циклон и гладиатор через аджор, когда вот аджор у тебя типа не прекращается при полном хп, то это вообще, это отвал башки, там такое происходит, просто мясо. Блин, а что, не туда пошел? Что сюда пошел? Немножко сейчас побегаю, потещу, потом посмотрю, что у меня получилось с вами. Если выходит так, как я думаю, то это будет вообще зашибись. Просто действительно у нас много, например, тот же пупк, например, он монотонный. То есть, типа, я не могу там тоже все время говорить, рассказывать. Так вам хотя бы будет немножко поприятней смотреть стрим. Если кто-то есть, я не знаю, я отключил себе, короче, онлайн, но если кто-то есть и все нормально по звуку, то тишина. Если нет, если какие-то есть пожелания, то пожалуйста. Я нормально к этому отнесусь и могу поправить. На. Ну ты же рабас. На. Берем. О, Energy Shell. Так, там 32, а тут 39, на 94. О! Сотня. Если, например, на 5, то это будет 500. Неплохо. Дает еще 52. Мане. Lighting Resist. Cold Resist. Блин. Куда могу впихнуть это? Возьмем вот так вот. Ай, блин. Мисклик. Да. Цена получается 23 evasion rating. Фигня, короче. Надо вот так ставить. Evasion 1800. Маловато будет. Сколько там шанс evasion? 57 вернуться. Слабовато. Ну ничего. Надо будет себе, короче, по-любому Predator Support. Угу. А потом если что. У меня ограниченное количество ячеек, так что я подбираю только нужное и единственное, что возможно заточенное. Если что-то заточенное, короче, то туда подбираю. Если нет, фласки, например, там, или камни. На, сдохни. Угу. 10. А, не могу. Блин, не то. Тут могу так. Не надо. Мне тут предлагают. Remove pause идет. Проклятие уменьшает. Убирает проклятие при активации. Так, ты. Ну-ну. А, блин, это этот. Блин, это не Тамас. Гибрид. Не то, что я. Угу. Чуть-чуть не то взял. Life и mana, да. Ладно.
не посмотрел, что так тупанул. Мне не надо. Да, пробежимся. Да, мне бы зашло еще этот. Блин, я же что, жезл зашел конкретно, когда взрывают трупы, то там вообще. Если избыток урона хаоса, то взрывается, типы взрываются, короче, противники. И когда на тебя куча летит, то это просто там песня такой. Красота. Так, вроде все. Давай уже. Эй, паскуденыш. Вылазь. Угу. На. Настакиваем себе. Вау. Больно. На. Опять этого. Ну, поскольку хитрый. Какой-то заразный. Червями тут. Блин, надо поставить, чтобы от хаоса. Это, по-моему, стоит у меня, не стоит прокачано, что типа урон от хаоса пополняет хп или там что. Или энергосчит. Надо себя, короче, проверить. А вот этому, короче, жуку, то там можно поставить урон при full хп. То есть он, я знаю, что там у него не убавляется хп, вот. У него там типа всегда фуловый. На тебе. Угу. Давится вот это. На. Теперь ты. Где он там? И тут. И он, у него мало хп, он там сразу. Он больно бьет. Где он там сосет? Что, не сосет? Вот, сосет. Анаки. Еще одно яйцо осталось. Уа, чуть не отъехал. Сосет, на. Соси, соси. Его добиваем. Вот так вот. На. Включаем яд. Ему впритык. Опасная, конечно. Вот. Король до погони, то, что у меня стоит. Блин, я. Честно, я вот только сейчас на этот переключился на английский. Особо еще так не разобрался в описании. Тут мне не надо, тут окей. Если я хотел. Ага, вот, в энергощит. Full damage, да. Возьмем. Любому. А, и в Трикстера пошел я, так что. По пассивкам там Трикстер, короче. Буду идти сюда. Вот сюда. Soul Drinker. Как раз вот, чтобы энергощит себе восстанавливает. И Soul Breaker по-любому возьму. И буду брать полимат. Да. Давай продадим. Так, 247. Fighting Resistance. Не надо. Это я оставлю. Тут это можно сейчас себе, как говорится, зачаровать на редкий.
Вроде больше не осталось. Окей. И как видите, вот это весь мой сундук. Тут ничего нету. Ничего нету. Такую мелочевку туда скину, а потом буду сортовать попозже. Так, у меня... Бля, у меня даже у этого нету. У меня даже нету, как его, блин. Сфера алхимии. Видите, какая жопа. Вот это... Это была раса. Вот это надо будет собрать, конечно. Пригодится. Угу. Ладно, ладно, что тут у нас спел эхо. Интересно, мультистрайк не подходит нам. О, токсин вот это можно взять. Ляха-муха. Виттерин точ. Порт скилл хэв. Ага. Блейдфол не подходит. Обидно, конечно. Возьмем вот этот, короче. Wild Toxins. Токсины. Так, и у меня что у нас тут получается? У меня тут Blade Fall, Void Manipulation. Так, Poison Support. И Swift of Aster Affliction. А, ну это значит... Смотрим, короче, что можно будет минуснуть, а что добавить. Так, нам надо... Чё-чё-чё? Угу. Всё, выходим. Так, 38 минут стрима, не знаю. По крайней мере... Все идет стабильно. Все. Ну, хорошо. Ох ты, как они толкаются. Не, нормас, короче. Все-таки неплохой, короче, пока что билд. Не, ну конечно, чтобы каждым новым сезоном это лабиринт пробегать по новой, короче, это все. Все-таки опять искать. Ну, с другой стороны, блин, есть чем заняться. Не только фармить атлас и там дополнение. Интересно, что... Сколько займет мне добежать до атласа? Я понимаю, что я там... Некоторые быстро пробегают этот сюжетку эту. На-на. Лигмен. На. Блин, надо музыку поменять, чтобы пожестче, потому что я сейчас... У меня сейчас...
Рыгать начну. Не обессудьте, но я поменяю. Что-то помощнее. Где тут? Да ё-моё, у меня все повзбивалось. Ладно. Пойдет. Поэнергичнее что-то. Можно на днях с вебкой постримлю. Давненько уже не стримил. Вообще мана этого. Нико. А, ну еще нравится этот дополнение. Еще помню, как только появилось дополнение, тоже играл, когда этот про зверей. Только-только появилось как раз это. Забегал тоже на ритуале, посмотришь, что за ритуал. Тоже зашло там, по такие моменты были, что жопа, блин. Помню так вот. В некоторых моментах еле-еле вывозил. Дой. Вот видите, короче, вот хочу, но типа автоматом наводится не на того, на которого хочешь. И бывает из-за этого огребаешь. Так что вот для меня из простых этих билдов, то это циклон. Это на консоль. По-любому. Ну, из простых. А, и, короче, как-то умотался с этого. С горящих черепков. Билд себе сделал. Ну, тоже посыпался. Тоже. Экспериментировал, и был, короче, такой билд, что заклепал, что, ну, давненько это было, не знаю, сейчас прокатит это, не прокатит. Черепки, которые за тобой гоняются, ну, типа, за противником гоняются, то я им сделал так, что, типа, им ХП увеличил, а у них было, они, короче, быстро бегали за противником, горели, уменьшая ХП, а потом, когда уменьшался ХП до определенного значения, то они взрывались, короче, огнем, то там такой урон был просто ад. Но я тонкий был, как носок. Вообще там было. На, Лёжа. Да, привет. Игра сложная, ну, пока не разберешься, я же говорю, что вот если с нуля вот так вот просто, не зная механики, то далеко не зайдешь. Я же говорю, что у меня не получалось, как говорится, далеко зайти. У меня несколько раз до Атласа доходил. Ну, я же говорю, что я не профи, я такой, блин, можно сказать, новичок в эту игру. И этот. Есть пару билдов легких. Я смотрел, которые не требует затрат начальных. То есть ты сначала идешь одним персонажем, выфармливаешь, смотришь, что тебе дропается. То есть какие-то шмотки уникальные там, смотришь, что редкие шмотки. Может, тебе удастся, например, вот ты играешь вот рогой вот таким, да, а тебе дропается на лучницу, и там у тебя проще будет, например, потом в дальнейшем просто переключиться на лучницу и прокачать лучницу. Ты дальше ей пройдешь вот так вот, ну и фармишь валюту и все, что тебе нужно для квеста, короче, для квеста, блин, для персонажа,
полезное, то ты покупаешь на это, на торговой площадке за хаоски там этот и идешь дальше. Так что фарм, фарм и еще раз фарм здесь. Ну, ветка умений, я тебе скажу, прикольная, интересная. Вот чем прикольно, то что типа ты есть где разгуляться. То есть ты можешь. Тут фишка в том, что типа атакующий скилл у тебя должен быть один. Одна, например, ну, как я разобрался, например, вот у тебя. Вот ты идешь, например, в электричество. Вот тебе надо максимизировать электричество и один скилл себе увеличивать его там силу. Плюс еще прокачивать себе живучесть. А живучесть бывает разная. Через энергощит, через ХП, через броню, через уклонение, плюс поглощение, плюс блок. Там, короче, вот так вот. Все это суммируется. И потом ты... Ну, еще плюс уникальные шмотки, если там этот... Тоже. У тебя есть убежище, и через убежище ты себе еще редкие шмотки, там им дополнительные свойства, если есть ячейка, то, ну там, грубо, место, если есть, то дополнительные свойства именно напихиваешь. То есть там, к примеру, выбил ты себе хороший этот меч, да, но у тебя там есть еще одна ячейка, например, ты в яд идешь, ну, к примеру, да, вот в яд, или там в кровотечение. То есть есть классное усиление, это шанс кровотечения и плюс там 100 с чем-то процентов к урону. То есть у тебя эта пушка апнется просто в космос. Ну, просто если тебе там урона не хватает. Ну. Вот она у тебя была там на 200 урона там своих статов. И ты, короче, апаешь, и она у тебя уже на 400. И все, и ты, у тебя так прирост урона просто мега. Так же самое, тут получается, нету смысла идти тупо в уклонение. Вот именно, у тебя получается, даже если у тебя будет уклонение 90, например, 90% уклонения, но это значит, что этот, ты в 90, из 100 ударов 90 раз уклонишься. Но ты же не знаешь, когда ты пропустишь. Ты можешь вначале эти 10 ударов пропустить, а потом, короче, только начнут действовать уклонения. То есть, ну там на верочку ты по-любому из 100 ударов ты 10 пропустишь. А тут такая, если ты чисто в уклонение пошел без поглощения, без блока, без ничего, то за 10 ударов ты отлетишь. То есть, и это один человек, например. А если дальше ты пойдешь, то там будет, говорит, например, 20 мобов, и эти 20 мобов, у них скорость атаки, и они успеют в секунду, например, 3 удара тебе нанести, и ты по-любому из этого всего ты несколько ударов пропустишь, и ты будешь страдать, ну, по крайней мере, я страдал. Вот у меня лучника тоже создавал, который у меня чисто льдом стреляет, там, через ледяную стрелу. Пока ты... Мелких-то там ваншотаешь, изи там этот, отхил есть нормальный, а когда кто-то попадается, блин, жирный, и он тебя вот так вот просто съедает. Просто не хватало мне отжора от урона. Тоже. Надо, чтоб у тебя отжор еще стоял, то есть. Вот сейчас у меня от хаоски, короче, от хаос урона у меня отжор в энергощит идет. То есть... Я бью, и у меня восстанавливается энергощит. Это очень полезная штука. Я хотел еще сделать тут эффект. Да будет посмотреть через этот. Через прогу. А, и если вот так вот смотришь, то нифига не понятно. А если через прогу, то все понятно. У меня там этот. Я сейчас. Заскочу в прогу и посмотрю, куда мне тут двигаться. Я себе тут понапридумывал. Угу. В принципе, можем пойти. Так, вот это я зря, короче, качнул. Вот эту. Вверху. Вот так, если я сюда вверх пойду, то можно тут в колбочку зайти. Да. Вот сюда. Собираюсь вот это прокачать еще сюда. Хаос резист уменьшить.
И не, эту ауру трогать не буду, а возьмут как раз spell damage вместе, короче, увеличить. Это, короче, увеличивает урон, если щит в руках. То есть я могу потом, помимо вот этих магических щитов, я могу себе поставить обычный щит там на броню или там на ХП. Вот на ХП, наверное, возьму себе щит. И он будет давать за счет у меня щита в руках 30 к урону. Даже вот еще будет 30. Даже не 30, даже больше будет. Вообще прирост 30, 38 на 46. 58%. Отлично. Надо будет тестить. Логически, да, если 100%. Но ты, не знаю, вряд ли ты доведешь до 100% себе уклонение. По крайней мере, ну, я еще такого не видел, чтобы был 100% уклонение. Ну, типа, читал, как этот, ну... Круто, я вижу. Ну, читал гайды, но там говорят, нету смысла идти в одно уклонение, и так по-любому пропустишь. А если ты будешь пропускать чисто в уклонение, там мало прокачаешь ХП, то у тебя с пару тычек просто снесут. Поэтому надо этот. По факту, да, но. Ну, на 100% ты себе никогда не сделаешь, ну, это было бы просто имба. Ну, представь, ну, тогда все бы в уклонении шли, все гайды через уклонение, и даже, типа, варларды тогда, у них же тоже, вот эти, кто через броню идет, у них там есть уменьшение урона за счет брони. То есть, типа, чем больше у тебя брони, тем больше идет процент уменьшения урона получаемый. То есть, по сути... У тебя должно так быть, что ты в 100% типа уменьшение урона, но такого не может быть. Там есть определенный кап, как и на резисты, на вот эти, как его, на огонь, на этот, lightning damage, короче, fire damage и cold damage. Так что же, для себя, например, ну, если начинать, то в этом плане, что проще всего будет, это взять какой-то гайд на старт лиги, например. Потому что старт лиги, это ведется учет, что у тебя ничего нету. То есть ты другими персонажами ничего не выбил. И когда ты, к примеру, вот я говорю, что первого персонажа старт лиги, ну, ты его берешь для того, чтобы фармить. То есть ты себе фармишь шматье, если у тебя шматье, короче, жрешь, что ты нафармишь себе плюс-минус хорошее шматье под какого-то перса, то ты потом начинаешь им, и можно закрывать уже эндгейм контент. Но тоже фарм. И чтобы фармить, я же нужна валюта. Валюту нафармливаешь, покупаешь себе тоже все, что надо. Так, валим отсюда. Да, маны еще мало, я чисто вот так вот юзаю, как говорится, скиллы и банку юзаю. Вот такая вот минус этого билда. На. Вот так. О, 700 пойдет. Так что, я же говорю, что ну, тут много всякого зависит. Нужно, чтобы у тебя было достаточно ХП, если ты пропустишь тот удар от уклонения, чтобы ты не отъехал сразу. У тебя должен быть по-любому какой-то реген. Реген, если ты через энергощит играешь, то реген энергощита или отжор от урона, то есть нанесенного. Так же самое считается от ХП. Блин, я тоже Диабло люблю, да, но я сейчас четверку жду. Я вот уже играл на стриме бету. Блин, она мне так залетела, прикольно.
И сейчас жду, не дождусь, когда она, как говорится, она появится. Я как только она появится, я, блин, я по-любому буду стримить ее. Ой, интересная, но понимаешь, это уже, как говорится, она уже. Там более такая ММОшная. Я не знаю, с другой стороны, для меня оно как бы на плюс. То есть ты можешь найти себе какой-то клан, например. Можешь себе там в пати бегать. Вот эти мировые боссы тоже прикольно. Что фармишь, типа, забираешь себе сушен. Ну, с толпой стоишь и фармишь. Ну, мне это прикольно тоже. Мы там, да, ну я там даже это один замок зачистил. Ну там прикол такой, что, ну, блин, мне понравился этот момент, когда ты приходишь, у тебя замок 30-го левела, и ты потом его зачищаешь, убиваешь босса, и он такой, замок стал 35-го. И ты такой, о, прикольно. И такой, знаешь, типа, если фармишь замок, то у тебя он левел он повышает. Ну, то есть, естественно, там повышается добыча. Уровень локации повышается. Интересно. То есть это как бы запил для этого эндгейма. Ну, я не знаю, как тогда пойдет по фарму, если ты, например, локацию зачистишь, да, вот она повысится, и потом, короче, тупо не будешь вывозить. Ну, тоже мне понравилось в Диабличе, что этот. Что ты не должен проходить, короче, по 300 раз одну и ту же сюжетку. Сюжетка это такое опциональное, то есть, типа, там хочешь проходи, хочешь не проходи. Можно пропустить сюжетку. Вот это мне тоже понравилось, то есть, если второго персонажа создаешь. Но ждем еще, блин, несколько месяцев. Я надеюсь, они ее не запорят. То есть, типа, первый акт был хорош. Даже завязка интересная, мне понравилась. Там даже намек, можно сказать, был жирный. По крайней мере, для меня, что, скорее всего, там опять мы будем с Диабличем драться, с этим Белялом и со всеми. То, что будет такая возможность. Ну, если сюжет проходил, то ты поймешь. Типа, первый этой, первого акта. Интересное начало, завязка, блин. Катсцены мне прикольнули. Вот понравилось то, что играешь, и потом камера переходит, и катсцена такая приятная. Блин, как раз все, что на тебе, такая и катсцена. Классно. Да, спустя 2 недели сезон стартанет. Вот это, конечно. И говоришь, типа, раз в несколько месяцев будет сезон, и этот. Там будет дополнение сюжета будет. Вот это интересно. Но, скорее всего, будет возможно будет ситуация, как, например, с вот этими ММОшками, например, как Destiny, как Tessa, что там дополнения выходят, и, короче, сюжетный контент выходит, и, короче, надо как full price платить основа. Вот то, конечно, жирно. Так, я, наверное, возьму все. Так, это у нас Evasion, Critical, Хаоски. Ладно, Хаоска будет. Может, я потом ее за этот... Не, вообще бесполезная. Так, Spell Damage. Так, Energy Shield. Слабовато. Да не, стоп. 24. Возьмем. Ладно. Посмотрим. Так. Лайтинг. А тут каст спид увеличены. Не знаю. Да, 4 сезона в год это... Ну, прикинь, full price, да? Ты покупаешь там за 60-70 долларов игру и этот... И сходу, короче... Выходит сезон, ты такой, ага, с дополнением, и еще 60, потом проходишь, а потом еще 60. Ну, даже если сравнить, короче, даже с тем же Diablo 3, да, вот ты прошел, у тебя 4, 5 акт у тебя получился платный.
Ты акт проходишь. И получается, если у тебя его нету, то ты не вывезешь против других персонажей, так как они купили, и там пушки мощнее. И все. И там пушки намного мощнее, чем этот. Чем... Chamber of Innocence. Да, мне сюда. Да, сезон, да. Но там же говорили, что будут выходить эти сюжетные обновления, то есть типа дополнения. Сюжетные дополнения, скорее всего, будут платные. Я же говорю, что там, если сравнивать, я же говорю, что сравнивать как вот с третьим Диабло, чем тоже говорю, последний этот последний акт ты должен был покупать. И когда вот еще там дуэлились, например, там такие на арене, то там, если ты выходишь против типа, который купил себе этот дополнение, то ты его не победишь, потому что у типа намного оружия сильнее, потому что там с дополнением повышается уровень, там этот, ну, не знаю, ну. Хотя, стой. Не знаю, блин, короче. Ну, не, ну, наверное, не топа. Не топать то, потому что этот... Повышаешь уровень, там и так пойдет дальше. Ну, не знаю, короче. Ну, вроде, ну, я же говорю, что когда в пятый акт переходил, то там бустился урон палок, ну, типа, оружие там все. Не мешает. Честно, я... Да. Некор, да, некор неплохой, но его, если я вот читал последний патч ноут, то в четвертой Диабличе его там скелетончиков пофиксили. То есть они чаще будут умирать, чтобы ты, короче, ну, ну, часто с трупами взаимодействовал. То есть у тебя были трупы всегда под собой. Чтобы ты мог там. А, и пофиксили, короче, взрыв трупа уменьшили. То есть, ну, урон. Из-за того, что у тебя чаще будет выпадать этот... ну, короче, чаще будут умирать твои скелеты и бросать труп, уменьшили урон от взрыв трупа. То есть тогда бы было вообще бомба. Больше трупов, больше урона. Но я не знаю, я не докачивал некро там до конца. Я так... Чисто взглянул, но я видел, что там урон от взрыва трупа там был не процентный, а вот фиксированный. То есть может какая-то уникалка, уникальная шмотка будет увеличивать этот, как его, блин, процентно или увеличивать вообще урон от взрыва трупа. Да, это будет тоже имба. Хотя, ну, в дуэлях взрыв трупа. Вот да, вот смотри, дуэльно, да, вот если ты там один на один с кем-то дерешься, тебе надо аж для некро трупы где-то брать. А их будут, как говорится, фокусить некро, а не скелетончиков. Так что некро сразу будет отлетать. О, надо себе вот этих эссенций напилить. Ну, я скажу тебе, что в третьем Диаблоче некор просто через взрыв трупа это был, ну, мне нравился. Начинаешь, короче, убивать просто аннигиляторная пушка, когда вот ты уже там... у тебя уже там куча противников, вот так вот под тобой трупов. Я короче, делал так, что через этих... как его, блин? Скелетов магов, и они, короче, когда умирали, они труп оставляли тоже. То есть и автоматически они атакуют, умирают, атакуют, кастуешь, и потом в ПВЕ, ну да, в ПВЕ, и потом взрываешь просто. Взрыв трупа в третьей, в ПВЕ, это там, я же говорю, процентный урон от этого. Но там от пушки был урон, если я не ошибаюсь. Не от ХП, а от пушки. Здесь, короче, от ХП. О, на лучнице. Сейчас посмотрим, что тут дропнулось. Это какой-то... Lightning damage. Простой-то. Через интеллект. Увеличивается этот. Так, урон от молнии. На-на.
Погнали. Ох ты, больно было. Знаете. Во, у меня кошка разошлась, тут орёт просто. На. Так, заряд накопился. Блин, надо на отжор, короче. Надо себе поставить, чтобы мелких, когда буду убивать, чтобы у меня восстанавливалась мана. Слишком фласкозависимый. Не, ну третий Диабло очень мне понравился. Ну, блин, когда он выходил, все-таки мультяшная графика. Фу, блин. Много крика было. Мне тоже вторая нравилась. В плане такой мрачности. И тут... Ну, видно, что даунгрейд был этого графики, но, честно, катсцены бомбают. Именно вот такой, знаешь, мрачный тон игры вообще круто. Мне вот это нравится очень. Да помирай ты уже, задолбал. Уа! Вот это, конечно, больно. Уа! Бля! Опять начинается вот это. О! Я, ну, короче, взял себе вот этого голема, типа, каменного. То, что он, типа, этот, реген ХП дает. Немножко выживаемость есть. Ни хрена себе, 500к, это ж, типа, ну, они... Ни хрена себе. Ну там разбойница класс, то что типа ты, если, ну я смотрел там по скиллам, то там прикольная, о, бля, сейчас. Классная штука, есть такая, что типа отхил, от, типа от одного крита, там ты процентно выхиливаешься. То там спокойно можно шанс крит увеличить там и... Как говорится, мощность крита увеличиваешь и все. И они там тоже разбойницей бегал, то очень мобильная. Я, например, автоатаку на лук вставлял, чтобы там отталкивать противников и фармить себе, короче, ярость. Или там ненависть, как там называется. Ну и этот... и скиллами напихивал там. О, бля! Уах, чуть не родил. А, и надо себе, короче. Для выживаемости я планирую сейчас себе поставить этот призыв к бессмертию. Ох ты, это сильно. Не, ну да, охотница, блин, ну то, разбойница, это, блин, прикольно, кстати. Она такая, знаешь, мобильная, то есть типа и стреляет, и вблизи махается, прикольно. Не подходит. Ва, и заставочка. Не, ну честно, я не видел, чтоб ти... Ну, я так вступительно тоже смотрел стримы там определенных людей по Diablo 4, ну так, по фану, ну типа они по фану игрались. Но я не видел, чтоб типы прям, как говорится, 500к на 25 левеле, ну или 20 там, это раздавали. Это, конечно, это прикольно. Видо... О, блин, надо, короче, надо будет потом посмотреть. Я закончу стрим, надо будет посмотреть. Я, ну, короче, 20-м левелом с оркой на огонь пришлось переключиться, на электричестве был, и через гидры на этого, на мирового босса такой ходил посмотреть, в чем суть. А он там ядом так рыгает, капец. У него атаки такие широкие, блин. Соло? Ни хрена себе. Ну, слушай, там был, ну, типа, я дам просто, мы тогда, короче, толпой, сколько там народу было, что не забрали.
Тупо он всех ваншотил. Меня тоже. Там даже фласки не помогали, так вот юзаешь. Это скорее всего из-за того, что типа ты не наролил на сопротивление против яда и все. Неподготовленным пошел и решил посмотреть. Но школа мирового босса, блин, это надо заценить. Блин, это круто. Ва. Ух ты, ух ты, ух ты. Это жирно. Да. Это... Уже эти... Ну, для начала вроде бы у меня тут неплохой билд, но для начала. Пару штук одних. Хочу проверить, еще не до конца не уверен в определенных штуках, но возможно я скилл перемещения поменяю. Че? Такой жирный? Или че? На. Вот это еще. Эти сферы, конечно, тоже. В некоторых моментах ты стоишь, и все, они у тебя минусуют жестко. Я думаю, что, скорее всего, этот сервера падут в первый день, когда оно... Когда запустится Diablo. Потому что у меня... я когда зашел в вот этот ранний бета-тест... То я, у меня получилось, короче, зайти в самом начале. У меня там очередь была там 5 минут. То есть я заскочил и сразу попал. Но меня потом через 15 минут выкинуло. Я такой думаю, что за херня? Типа, ну, думал, что это только меня выкинуло. Там, а это, короче, сервер упал. Я как понял, что других тоже повыкидывало. Но, а я как раз стримил, короче, думал, я на, это надолго, что у меня там очередь затянется, но мне повезло, что у меня очередь, короче, ожидание было 15 минут. Я через 15 минут опять дошел. И я так ради прикола, когда, ну, стримеров, которых смотрю, там, они стримили тоже, и не хотел себе сначала спойлерить. А потом знал, что они, типа, играли, и решил проверить, их тоже дропнуло или нет. А потом, как оказалось, тоже дропнуло. Но там у некоторых было по часу, там, короче, ожидание. Вот то был, конечно, хит. Вот представь, да, ты подготавливаешься, там, это, и у тебя, дропает, короче, ожидание так. Ожидай дальше, и надо час как-то этот продержаться. Да. Ну вот, 900. Но у меня в основном идет... Да. Хаос физикал. Да. Надо будет, короче, увеличить себе от яда урон. Периодически. Ой. Так вот, короче. Так, я не туда пошел. Так, я еще недолго, может, с этого, как его, блин, босса этой локации, может, загасим, и все, короче, я закончу. Да, заскочим. На. Мне интересно, вот, блин, я уже давненько помню, когда вот уже анонсировали PoE 2, но, блин, его тупо нет еще, блин. Может, скоро уже выйдет. И интересно, что предложат. Все те же самые механики, или как будет с этим... С Destiny 2. Скорее всего, по той же дорожке пойдут.
Вроде бы говорили, что типа, ну, старая информация, это несколько лет назад, то я помню, когда я смотрел анонс, что типа с первой и второй можно, они типа, ну, одинаковый серваки будет, что типа там перенос перса или что, или можно в пати побегать, я не знаю. Я неправильно слышал, или оно так и было, а так и говорили, но не помню, честно. Значит, если оно так будет, то получается по E2 это будет типа улучшение графики только. Графический движок поменяют. Может, какие-то контентные обновления и все. Значит, там типа сильно больших изменений не будет, смысл вообще. Я жду. И когда он там выйдет, непонятно уже. Я не знаю, когда он там выйдет. И, скорее всего, я уже зависну в Диабличе и все. Я там останусь. Что мне как раз вот не хватало вот такой небольшой, короче, ММОшки. Вот тоже тот же Diablo Immortal, интересная была задумка, конечно. До 30-го левела я побегал, пофанился, а когда вот когда у меня этот написано, типа, было там, а чтобы пройти по сюжетке, надо прокачать пару левелов. И ты такой начинаешь гриндить, когда у тебя просто опыт начинает прям в несколько раз меньше давать, и ты понимаешь, что тебе, ага, тебе надо, короче, задонать, возьми себе буст, чтобы быстро прокачаться и этот, и пойти дальше. И я просто-напросто плюнул все это. И сказал, не, спасибо. Я в игры не доначу. Не хочу. У меня, как говорится, есть куда деньги тратить. Так. Забрали. На. Я надеюсь, по звуку тут все в порядке. Баланс звука хороший. Надеюсь. Потому что я так выставлял, короче, на, как говорится, первый раз сегодня. Сегодня первый день, мы так играем. Чат запилил тоже сбоку, но он стоит. Я думаю, что, скорее всего, надо все-таки затухание поставить. Чтобы он не висел, как этот. Не мешал, как говорится, не был перенасыщенный экран. Тоже в следующий раз запилю. На тебе. Ну то, что дропнулось. А, стоп. Superior Purity Flight. 16. Этим кризис. Не буду брать. На тебе. Так, еще пару допов осталось, надо в одно место загонять. Блин, ну про мирового босса в соло в D4 ни хрена себе, то конечно. А, ну еще и слышал, короче, что сорку там этот Lightning Strike пофиксили, короче, цепную молнию. То, конечно, обидно. Я в свое время же решил, сразу начал разбойниться и типа играть. У меня тут как пошло медленно, ну поначалу шмоток не было, медленно пошел. Побьешься нормально, то есть. Поиграл пару часов. Затестирую себе этого сорку через Lightning Damage. Ты шо? И я все, что бежал, короче, 2 часа, пробежал за полчаса, считаешь. И сразу понял, что ага. Но потом, чем дальше, тем вот эта цепная молния, она потом не очень себя показывала. Ну, из-за того, что у меня не было усилений. На тебе, на. Ну и потом перекачался в гидры.
давай уже, харе уже там трындеть. Как же тут все противники трындят долго. Вот это настакал. Так, ну. Еще тут один остался проход в одно место. И потом уже будем идти на босса. Блин, надо, скорее всего, выживаемость по-любому. И маны. То есть мана по-любому нужна, потому что на этой банке атака прерывается, когда у тебя мало маны. И поэтому да, она медленнее автоматически получается. Меньше урона в секунду. Меньше урона в секунду, меньше отжор, блин, энергощита. Меньше отжор энергощита, меньше выживаемость, и ты трупак. Да. Да. Блин, это надо потом еще этого. Опять эти лабиринты искать, испытания лабиринтов, чтобы еще дополнительно 2 очка возвышения получить. Эх. Не, ну честно, в D4, если, говорится, это уже, вот ты в новом сезоне, да, вот тебе новый сезон, тут уже столько сезонов уже было, уже не счесть просто. И постоянно ты начинаешь сюжетку, и постоянно одно и то же, это... Только на Атласе у тебя какое-то разнообразие, хотя там, ну, новые вот эти фишки, то есть, типа, играешь в свое дополнение, которое тебе нравится, и качаешься. Но тоже тут без доната тоже будет тяжеловато. То есть тебе надо будет, по-любому, что тебе надо, короче, ты на ячейке ящиков, сундука. Ну, хаосорб. Сейчас чихну. Я чихну. Ой. Первая херня. Блин, я уже тут не помню, честно. Вот я знаю, что в начале, что можно не брать какие-то квесты. Чисто делать квесты на эти... Только на очки скиллов и все. Тут, пассивного дерева. Надо будет потом проверить, все ли я там собрал. А на тебе. Единственное, что мне нравится, что типа когда ты убьешь этого босса, и у тебя там откроется возможность покупать у одного перса, короче, ну, большинство этих камней. И поддержки, и ауры, все, типа скиллов. И можно себе в начале этого... короче, новые, ну, билд поправить, то есть вот, у тебя некоторых камней не было, но там можно будет прикупить, очень полезно, то есть мне бы очень пригодилось, например, призыв к бессмертию, это очень, конечно, повышает выживаемость. Она, да. Иммунитет повышаем. Так, тут у нас прикольно. Мы тем бледненький коруптед. Блин, надо будет потом попереводить все, что это был. И смотрим, сколько она мне даст. 223. Ну, отравление само, типа, урон в секунду увеличено. Он там не особо берется под учет, я так смотрю. У меня был в той лиге, у меня было там, если я не ошибаюсь, то у меня там урон яда, типа, в секунду там было косарей 10, если я не ошибаюсь, я уже не помню. А урон с руки там, может, пара тысяч, короче. Ну, типа, тоже хаосом, но не периодического урона, там пару тысяч было.
Это было, конечно. Те там сбривались. Из-за того, что у тебя. И то, что мне нравилось, то, что из-за того, что у тебя много периодического урона, оно бустит, короче, этот, как его, блин, забыл. Как этот скилл называется? Как он там называется? Флаг. Бирер. Боже, короче. Побольше урона у тебя, типа, может собрать. И когда собирают, я же вижу, вот так вот 12% в секунду отдает. И если какой-то жирный босс попался, просто юзаешь через эту. Так, ну сейчас накопило 54 тысячи урона. То есть можно будет вот так вот просто пойти, вот так вот и сбриваешь. Но обидно то, что в той лиге, не знаю как сейчас, скорее всего, нельзя его там усилять, как обычный этот, обычный урон, вот обычный скилл. То есть, типа, там арея эффект не проканает, типа, добавочный урон к этому. Там только, я не знаю, что там что-то было, как оно можно увеличить его. Ну, только проточить и там плюс с пассивного дерева или какие-то шмотки на усиление. По-другому никак. Все. Блин, наверное, этот следующего перса, может, лучника сделаю. Буковский, а хватает места. Fire damage. Critical strike chance is fire skills. Ignite duration. Вау, вау, неплохо. Вот это хороший камушек. Я его оставлю. Чисто камушек под этот, под огонь. Камень вперед, просто огонь. Так, ладно. Тоже мне, скорее всего, не понадобится потом. Давайте мы отложим то, что мне не надо. Так, смотрим. Cold damage to spell и physical damage. Так, если в armor. Убили attacks. Body armor. Chance to avoid cold damage from hits. А, уклонение, типа. Не знаю. Не подходит оно мне. Вот в хп, конечно, если бы хп добавить или энергощит сюда, плюс уклонение было бы супер. Так, это я, наверное, сюда скину. И вот эту карточку сюда. Будет плюс-минус. А на четверке у меня будет вот это. Фласки. Фласки, фласки, не знаю. Ну, пока оставлю это сюда. А там посмотрим. Пассивочка. Вот. Non-poisoned enemies deals 300 increased damage. То есть в 3 раза первое отравление дает 300 урона сходу. Ну давайте возьмем. А вот, кстати, плагу barrier has 20. Короче, вот это как раз тот скилл, который накапливает урон. И у него, короче, накопление на 20% больше. Тоже неплохо. 3. Угу. Восстановление 3% хп за убийство отравленного противника. Угу. Давайте пока это попробуем. Я не помню, но давайте попробуем. Может, что-то поменяем потом. Потом, может, все-таки на этот. На усиление того этого противника. Опа. А, ничего такого. Не то, что мне нафиг не надо, то, что можно было и не делать. Вот есть тут палка, жезл, но он процентно, ну, только lightning damage добавляет. Мне не подходит. Так, а ну сейчас. Energy shield. А ну-ка. Так. Cold resistance.
у него нет увеличения урона. То есть это потом, когда мы... Сейчас оно не особо не играет роли, но потом все-таки я возьму на щит на ХП и прокачаю урон с этим шанс блока и шанс этого. На шанс этого. Как его? Шанс блока и процент увеличения спел дэмэджа. То есть у нас мечепад это спел. Так что как раз нам нужно, короче, этот жезл на увеличение, короче, чар. Увеличение урона чар. Во. Анати. Просто. А сумма 1200. Неплохо, кстати. Нам надо будет... Когда вот перед стримом то, что у меня было, вот одета, в принципе, особо не поменялось. В принципе, осталась та же самая палка. Ну, типа, жезл, шмотки, в принципе, те же. И я думаю, что особо там не поменялось. Но и когда шмотки более высокого левела туда поставили, что это то, что там статы будут намного больше. Типа, с этими шмотками, но со всеми, все с полностью заполненным... очками навыков, то есть пассивного скилла, то есть уже хотел. Там выходит немножко слабовато, но по урону неплохо. Но если мы там правильные шмотки оденем и плюс правильно его там заточим, можно сказать, заролим правильно, то там можно будет жить. Самое главное, это нам, чтобы аджор был какой, хоть какой-то. Да, надо, короче, чтобы она за противника. О, там что-то дропнулось. О, оп. Я знаю, что, типа, ну, много кто берет этих, ну, чтобы себе нормальную шмотку, типа, сделать, это берешь кучу этих Orb of Chance этого, короче, какой-то очищающий орб, или как он там, что типа сбрасывает этот шмотку. То есть, типа там до первоначальной, до серой шмотки. То есть он сбрасывает все усиления. Ну и, короче, там такая штука. Фигня. Там такая штука, что так вот ролишь ченс, то типа Orb of Chance, то там можно себе какую-то уникальную наролить, если там она делается с этой шмотки, то там именно такую можно наролить себе. Но с шансом, то есть, типа, там есть какой-то шанс на ролл. Можно... Но можно куча этих арбов потерять. У меня столько нету, блин. Надо... Вот самое главное, что тут... Надо... Хочешь себе хорошую шмотку, надо фармить. Хочешь себе идти дальше, надо фармить. Хочешь закрывать карты, надо фармить. Да. Так. Да, пока 54 у меня. На, мы уже пришли с вами. Итава, ну-ну. Вот так. Оп. Отходим.
Да, надо будет потом себе этот какую-то ауру поменять. Я себе буду, скорее всего, банки на рубли. Короче, надо еще подобрать правильно себе банки. Думаю, на защиту, там уже какую-то на ослепление или там на... Которые повышают уклонение там. Так вот сделать. Не туда нажал, блин. Опять. Видите, мана вообще заканчивается. А когда у тебя скилл на 5 сокетов, то там один прокаст будет вообще до хера стоить. Так что нам тут надо по-любому в ману идти. Или чтобы какой-то был аджор. Что без аджора вообще, без вариков. Ох ты, вот это я в голову получил. Повезло, что у меня тут немножко жирный. Ну что, все, нам вафля, да? Да, вафля. Так и минус 30 ко всем сопротивлениям. Так, надо посмотреть, у меня есть там какая-то, я могу себе какую-то взять зачивки. Плывем. Так. И сюда не то. А, так. Challenges. И у меня 3. Окей. А как мне тут открыть? Так, ну а первое это надо 6 испытаний сделать. Окей, у меня 3 есть. Ну что, я предлагаю на этом закончить. Как говорится, потестили немножко. И хватит. О, это мы с вами там почти 2 часа. Ну, так мини-стрим, стандартный, можно сказать, стрим. Ой, и хватит. Может, еще завтра с утречка я с вами увижусь. Ну, не знаю. Точно не знаю, не в курсе. Можно будет... Ну, смотрите на анонсы, если вам будет интересно, то я не знаю, может, что я буду бегать. Может, побегаем в этот Звездные войны, а может, продолжим здесь. Не знаю, то уже под настроение. Но Звездные войны тоже прикольные, но слабоватый сюжетик. Ну, увидимся. Счастливо. До встречи.